Я сегодня в магазине купила хурму. Вот посмотрите, твердая и наверняка вяжет. Как сделать ее спелой и не вяжущей? Очень просто. Беру два обычных яблочка и положу всю эту компанию в пакет. Завязала крепко и оставила на 2-3 дня в комнатной температуре. Через 2-3 дня будет спелая хурма и не будет вязать. Не верите? Проверьте! Прошло 3 дня. Посмотрим, что у нас получилось. Открываем наш пакет. Хурма. Яблоки как были, так и остались хорошие, съедобные. Так, посмотрите, мягкая, спелая хурма. Уже наверняка созрела и не вяжет. Давайте попробуем. Берем ножик, разрезаем. Разрезаем. И что мы видим? Мы видим шикарную хурму, спелую. Совершенно не вяжет.